смотрим, как в программе отображаются заправки и сливы. Вот мы делаем отчет по одному автомобилю за определенный день. И видим, на карте у нас отображается индикатор заправки и индикатор слива. В статистике об этом есть количество сливов с количеством литров топлива и количество заправок также с количеством литров топлива. Заправки в пункте отображаются вот. В каком месте была заправка, мы видим. Видим, во сколько это происходило, сколько было топлива на момент заправки, до заправки, конечный уровень после заправки и сколько топлива было заправлено в бак. По сливам та же самая ситуация, только наоборот. Время слива, на начало слива, конечный уровень и количество топлива слитого с бака. На графике видим также само заправку. И вот здесь потребление топлива идет в движении. И вот здесь вот у нас есть три этих слива, отмеченные тоже соответствующими значками.